Исследователь, да? Ага. А где раньше служил? До всего этого? 5 лет на ЗКЦ-462. Сейчас ее называют наблюдателем. И 5 лет на ЗКЦ-691А. Думаю, у нее названия еще нет. 5 лет один на чужой планете? С ума сойти, даже поговорить не с кем. Один на целом свете. Ты там точно умом не тронулся? Нет. Что-то слабо верится. Ладно, добро пожаловать в команду, исследователь. Спасибо. Сюда, птичка. Ты знаешь, как оно выглядит? Хорошо, вперед. Тут редкий экземпляр. Хорошая цель. Думаю, я еще раз попаду. Видите? Полагаю, далеко. Это башня управления погодой. Да не, охрененно дорогие. А без них обойтись, если это с поверхностью транссуранный элемент. Ну ладно. Если бы я понимала, о чем речь, то, наверное, решила бы, что это логично. Давай, Гоби. Есть. Гоби нашел его. Транквилизировать. Монстр в куполе. Сейчас это закончится. Монстр получил дротик с транквилизатором. Он опьянен и вял. Слишком просто. Стреляйте в это сухое существо! Хватит маскироваться! Монстр получил дротик с транквилизатором. Он от него взял. Я прошу, скоро одним монстром на транквилизаторе станет больше. Мы получили усиление. Вот и все. Теперь мы наносим ему. Птицы в воздухе. Монстр получил дротик с транквилизатором. Он опьянен и вял. Фоум! Попробуй встряхнуть. Держитесь, переключаясь на дротик с транквилизатором. Чудище в прицеле. С тобой все будет в порядке. Минус один. Или поставить. Я ранен. Только одна вещь может их так взволновать. Получше.
что это редкий экземпляр. Нашел тебя! Яблочко! Цель ранен! Альбинос! Такие монстры по душе! Огонь по альбиносу! Купол готов. Давай, Куби! У нас тут альбинос! Сюда! Птица там! Эта тварь режется как пас! Давай, это ублюдок! Огонь по альбиносу! Кто-нибудь уберите эту тварь от меня! Призав твою! Это поможет вам продержаться!